Бросок в створ ворот. Не опасно для вратаря, конечно, из-за синей линии. Дал, горячий бросок. Дал вратарю Латвии чуть-чуть разомнуться. И выход в центр, перекладывание на неудобную руку, бросок и добивание, и 11-0. Заметно было, что наш вратарь думал, что он шайбу зафиксировал, и для него в какой-то степени сюрпризом то, что она все-таки оказалась за его спиной. И 11-ю шайбу забрасывает сборная Латвии. Пытался сначала выбить клюшкой, не попал в шайбу. Если я не ошибаюсь, то это был Крис Липсбергс, кто забил 11-ю шайбу. Эдгар Скульда записывает эту шайбу на свой счет. И еще одна. Алексей Широков забивает 13-ю шайбу. Из-за ворот. Передача. В угол играет защитник. Первым к шайбе оказывается латышский нападающий. Сбрасывает на пятак. И здесь уже накатывал. Латышский нападающий. Сбрасывает на пятак. И здесь уже накатывался Широков. А тоже в одиночку почему-то оказался Кеттунен, да, у своих ворот на пятаке там. Все... Кеттунен сыграл сзади, он сыграл в тело, и его напарник, кто сегодня вместе с ним играет, то, по-моему, Слесаревский.